что придумаем? Кулису рвам поставим. Внимание, сейчас после боя барабанов со звуком ролик РСБИ запускаем на 55 секунд. Внимание, ролик, даем ролик. В этом году сопредседателями являются Юрий Трутнев, министр природных ресурсов России, пятый дан Каратэ Киокушинкай, и Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по атомной энергии России, третий дан Айкидо Айкикай. В Российский союз боевых искусств на сегодняшний день входит более 50 всероссийских федераций. В 74 субъектах России созданы и приступили к работе региональные филиалы РСБИ. По инициативе Российского союза боевых искусств вручается ежегодная национальная премия в области боевых искусств «Золотой пояс». Под эгидой РСБИ проводятся всероссийские форумы боевых искусств и уже дважды прошли бои чемпионов. И оба раза российская сборная уверенно победила сборную мира. В Пермском крае президентом регионального филиала Российского союза боевых искусств является Александр Алымов. Исполнитель. Если записано, малодушие и трусость думать, что ты не можешь достичь того, что и великие мастера. Если ты знаешь, что можешь быть как они, то ты уже на пути к этому. Сначала терпение, потом прозрение. Прозвучал традиционный барабанный ритуальный бой, возвещающий о начале поединков. И мы начинаем. Восточного боевого единоборства Пермского края представляет специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по карате города Перми. За время существования Федерации Восточного боевого единоборства Пермского края сборная команда не раз добивалась высоких результатов на первенствах и чемпионатах России, Кубках России, международных турнирах. Федерации вошли в состав сборной команды России для участия в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в октябре этого года в городе Токио, Япония. Детско-юношеская школа Олимпийского резерва по карате города Перми. Директор Григорий Константинович Корчагин. И специальной физической подготовки. Пермская школа рукопашного боя является одной из ведущих в России. Обладает уникальной методикой обучения, огромным творческим потенциалом и спортивно-боевым опытом. Примером тому являются неоднократные, убедительные победы пермских спортсменов на различных соревнованиях российского и международного масштаба.
Федерации рукопашного боя Пермского края, руководитель Александр Станиславович Шилов. Федерация тхэквондо. У вас, видимо, по-моему, не пойдет. Вот видите, ну скажем, последний раз. Вот наш главный режиссер. Я еще тогда неделю назад отдал видео. Вот наш главный режиссер, она все пишет. Федерация основана в 1998 году. Ежегодно, начиная с 2004 года, спортсмены Федерации становятся победителями и призерами первенств чемпионатов Европы и мира. В 2011 году Горбунова Наталья выполнила норматив на почетное звание «Заслуженный тренер России». Тхэквондо, черный пояс, четвертый дан. Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва имени Леонида Дмитриевича Голева. Внимание на татами. В общем, примерно так. Молодец. Очень хорошо. Держи. Берем на вооружение. Школа самбо – это известный и уважаемый бренд России. Был уроженец Кудымкарского района, герой Советского Союза, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Леонид Дмитриевич Голев. Секция выросла до окружной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо, получившей имя создателя. Показательный... а также отдельные аплодисменты президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Школы кунг-фу «Красный кулак». На внутренней тренировке дыхания, психофизической
физической подготовки и внешней тренировки мышц, сухожилий, костей и кожи. Основная цель занятий – укрепление здоровья и долголетия. Пермский филиал спортивной школы кунг-фу. Руководитель Николай Иванович Ватрушкин. Союза боевых искусств в рамках второго международного фестиваля боевых искусств «Россия и Япония. Шаг навстречу». Согласитесь, Восток, Япония, страна восходящего солнца. Наверняка именно поэтому сегодня, наконец-то, серые уральские тучи ушли во свояси, и светит солнце. Дорогие друзья, вам нравится то, что здесь происходит? Дальше интересней. Вашему вниманию будут представлены японские, китайские, русские, бразильские и другие виды борьбы. В программе участвуют гости из Японии. Масатэру Аракава продемонстрирует игру на японских барабанах тайко. Аракава-сенсей даст мастер-класс по айкидо. Мики Такахаси проведет мастер-класс по японской флористике и икебане. Все, кто только сейчас присоединился к нашей площадке, к нашим боевым искусствам, вашему вниманию на сцене Пермская краевая федерация айкидо айкикай. Федерация объединяет клубы Перми, Соликамска, Лысвы, Первоуральска. Среди инструкторов и занимающихся 20 человек являются обладателями черных поясов и мастерских степеней от 1 до 4 дана. В демонстрации представлено три блока техник. Первый блок проходит под лозунгом «Один прием». Инструкторы федерации покажут три базовых приема айкидо – шихонаге, ириминаге, котэгаиши. Эти приемы позволяют... Thank you.
Национально-исследовательского университета. Шоу Дао. Шоу Дао означает путь спокойствия, а по другой трактовке путь бессмертия. Это система жизни, оздоровительной направленности, включающей в себя различные методы продления жизни, восстановления, укрепления, а также омоложения организма. Нет правил, и это позволяет обучаемому неограниченно применять приобретенные навыки в рукопашном бою. Естественным считается воздействовать на глаза, горло, пах, пальцы и другие полевые зоны противника. Кунг-фу. Кунг-фу. Президент Федерации Александр Александрович Качаев. Закончила свое выступление, а мы продолжаем. На сцене Пермская краевая федерация Сёдокан Каратэдо Интернэшнл. Красный солнцедиск как жизни символ мира. Готовится театрализованное представление, отражающее символ Нового года. Тотемное животное по японскому календарю. Мы представляем вашему вниманию театрализованное выступление, посвященное 2014 году, году лошади.
Анастасия Полагалова. Неоднократная чемпионка России, победительница Кубка мира 2011 года Юлия Качаева. Неоднократная чемпионка России Ульяна Улитина. И неоднократная чемпионка России Людмила Самоловски. Просто как-то у нас одного человека там скрыли из коледа, когда знали, что они просто приезжают. Ждите. Кендо представляет собой путь воспитания человеческого характера посредством применения принципов меча. В слове «меч» заложены главнейшие идеи кендо. Первая идея заключается в том, что человек, вооруженный мечом, не имеет права на ошибку и не имеет возможности исправить ее. Свойственных японским самураям. Удары, блоки, захваты, броски, применяемые в джиу-джитсу, являются основой боевой физической подготовки в большинстве подразделений специального назначения во всем мире. Джиу-джитсу существует как в современном модернизированном виде, так и в японских традиционных старых формах. Данный вид боевого искусства проводятся соревнования профессионалов. В остальном мире существует только любительское сумо. За 5 лет существования в Перми имеются достаточно хорошие результаты. Бронзовыми призерами первенства Европы и первенства России стали Богдан Устинов, Андрей Цыбин, Иван Ощепков. Правила сумо простые, Борис. Китайское ушу объединяет 3 больших направления. Ушу-таолу – спортивные комплексы ушу. Ушу-чуаньту – традиционные комплексы ушу. И ушу-саньшоу – контактные поединки на помосте.
Сергеевна Панченко. В клубе ежедневно проходят тренировки для детей и взрослых, мужчин и женщин. Главные принципы клуба Айкидо Хокёксей – эффективность, качество, безопасность. Клуб Айкидо... Слов о знаменитом госте. Аракава-сенсей, начав заниматься айкидо в 18 лет, всю свою жизнь посвятил его популяризации в Японии и во всем мире. В 2014 году он отмечает 20 лет своей просветительской деятельности в сфере айкидо в России. Многие, кто практикует айкидо, стали верными последователями этого искусства благодаря Аракава-сенсею. Господа, Аракава-сенсей! Всех растителей разве пригласил? Тренер вообще включен. Тренер тоже должен прийти. Пиумино, миня-сан, конничуа. Здравствуйте, дорогие пиумики! Тадайма, шоукай саймашта, Аракава Йосуке заимасу. Разрешите представиться, я Миноски Аракава, которого вам сейчас представили. Мы в Пермь прилетели, когда Перми пришел в Пермь, когда Перми пришел в Пермь, и в этот раз в Пермь приехали молодые люди, потому что это молодежный обмен между Россией и Японией, люди от 16 до 40 лет. И затем планируется, что также из России молодые россияне поедут в Японию, также в рамках этого культурного обмена. Итак, сегодня к вам приехали молодые люди из Японии, которые понемногу занимаются традиционными японскими искусствами, традиционными японскими боевыми искусствами. И я сейчас представлю членов нашей группы. Аракава Масатэро. Это Масатэро Аракава. Это человек, который благодаря своему умению игры на японских барабанах стал лучшим барабанщиком Японии. Вырезки оставаться вообще нет.
Марику хочу поставить. А я бы стоял казах. Боевые искусства – древнейшее искусство Японии. Они восходят к временам самураев. Если слово «самурай» добра и опираться на свою собственную мудрость, тогда ничто не опозорит его. Руководитель клуба айкидо Хокёксей Ольга Андреевна Панченко и супермастер айкидо Аракава Сенсей. Thank you.
Не поверишь, ты тоже первый раз. Никто из вас не был. Слушай, не верь, не пришел человек. На татами к мастер-классу присоединились спортсмены Пермской краевой федерации айкидо айкикай. И они хотят вручить вам, сенсей, небольшой подарок. Я их говорить боюсь. На экран. Бон-бон-бай, кама-сенсей. Добрый вечер, господин Эрко. Мы рады вас видеть в Перми. Россия то, Нихон но, Юко, Хаккей но, Каптен ни го, Йорёгу, Итатар. Аригато гозаймасу. Спасибо за ваш вклад в развитие дружеских отношений между Россией и Японией. Аригато. Наши дружеское послание к императору как символ Японии и японской нации. Аригато большой нашим гостям из Японии и нашим анимированным гостям на нашем татами. Вот такой от всего сердца подарок сделан нашему гостю и нашему мастеру. Это заслуживает большого уважения и ваших аплодисментов. Дорогие друзья, ну а теперь искусство, возникшее на территории Бразилии в эпоху колонизации. Ее изюминкой является неповторимое сочетание элементов борьбы, акробатики и танца под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. Капоэйра с врагом – это бой. Капоэйра с другом – шутка и игра. Пермский ответ Чак Норрисом и Джеки Чаном. На сцене Федерация Киокусинкай Пермского края. Карате – это эффективная система единоборств, комплекс боевой и психологической подготовки, сочетающий в себе духовное и физическое совершенство. Сегодня Федерация Киокушинкай Пермского края входит в мировую элиту Киокушинкай, одна из самых массовых федераций. В ее рядах насчитывается более 4000 человек. Пермская школа Киокушинкай за выдающиеся достижения и подготовку мастеров высокого класса награждена почетным знаком Государственного комитета по физической культуре и спорта Российской Федерации и является победителем всероссийского конкурса на лучшую спортивную школу Министерства образования Российской Федерации. Thank you.
Давай быстрее, блин. Филиала Российского союза боевых искусств Юрий Афанасьевич Артюшков. В этом году Ассоциация Дюкусинка России отмечает свой 10-летний юбилей. 31 мая 2014 года на открытии чемпионата России Ассоциации Дюкусинка России в Московском центре боевых искусств была проведена церемония награждения премией 10 лет Ассоциации Дюкусинка России. В номинации «Лучший тренер десятилетия» премии был удостоен президент Пермского краевого филиала Российского союза боевых искусств Александр Николаевич Алымов. Премия является формой поощрения за особые заслуги в развитии кёкусинка как вида спорта с момента основания Ассоциации кёкусинка России в 2004 году по настоящее время. Это настоящая победа. Александр Николаевич Алымов, примите наши поздравления. Здравствуйте.